Женщина говорящая. Страшно впасть в уста женщины говорящей. Тебе по нутру молчаливая и приоткрывающая свои уста лишь для поцелуя. Тебя пугает бездна, разворачивающаяся за шевелящими и звучащими ниточками губ. Нет, тебя привлекает бумажная женщина, которая говорит, как пишет, пропечатываясь строчками из букв, которые складываются в слова и предложения. Поцеловать можно лишь четырехмерную женщину, но ты давно покинул даже третье измерение и готов встречаться только с двухмерной фотоаватаркой, существующей во времени. А больше всего ты полюбил одномерную женщину, разворачивающуюся в строчках текста, ищешь их и припадаешь к ним. Ты не можешь слышать, как они звучат. Ты лишь видишь эти строчки. Страшно утратить все свои измерения, превратиться в этакого говорящего, или точнее пишущего, мертвяка. Женщина говорящая.